Если можно, пожалуйста. Господин президент, хочу вас поблагодарить за вашу инициативу. Знаю, что у вас длинная поездка, много работы. Тем не менее, российско-американцы, конечно, много вопросов, которые требуют обсуждения на высшем уровне. Still, the U.S. and Russian relations have a lot of issues accumulated that require the highest level meeting. And I hope that our meeting will be productive. Well, thank you. As I said outside, I think it's always better to meet face to face. Мы пытаемся определить, где у нас есть общие вопросы и кто по каким вопросам мы пытаемся. А там, где у нас есть разногласия, то мы можем для того, чтобы мы смогли рационально и предсказуемо времени Серёг, Серёг, Серёг.